что вот, я столько ключей прошла, я столько всего сделала, я столько месяцев тут работаю над собой в кубе 8, а вот замуж до сих пор не вышла. А мужчина, принц на белом коне, до сих пор не подъехал, меня в свой Бентли не посадил и в ЗАГС не увез. Суть истории. Одна женщина. Вчера, ну, она была на РСЖ, и эта женщина начала, ну, откровенно жаловаться. Про то, что вот, я столько ключей прошла, я столько всего сделала, я столько месяцев тут работаю над собой в кубе 8, а вот замуж до сих пор не вышла. А мужчина, принц на белом коне, до сих пор не подъехал, меня в свой Бентли не посадил и в ЗАГС не увез. И я лично провел вчера РСЖ, то есть ревизию сценариев ее жизни. Мы делали ситуацию, что вот моя мечта, это я замужем, у меня принц, у меня все прекрасно. Вот, соответственно, построили дорожную карту с ней, очень четкую, понятную дорожную карту. То есть, смотрите, путь к замужеству, либо к счастливым отношениям в семье, либо к бизнесу, либо к достатку финансовому, он в принципе один и тот же. Какую бы цель вы ни поставили, принцип один и тот же. Четкие цели, маленькие. По четким критериям и показателям. Я вам прям даже на примере отношений скажу, если вы кто-то вот хочет выйти замуж. Какие критерии? Сколько мужчин оказали знаки внимания? То есть любые знаки внимания. Все, это тоже критерии. То есть сколько за неделю мужчин, например, мне там уделили, ну, там как, каким-то образом меня там посмотрели, там двери открыли. То есть какие-то знаки внимания. Следующий критерий. Сколько контактов с этими мужчинами, вообще с мужчинами у меня произошло? Сколько свиданий? И дальше уже там встреча с тем, который сказал, давай серьезных отношений, и дальше уже замужество. То есть все в этой земной реальности опирается на определенные показатели, по которым вы будете целый год учиться видеть, как вы двигаетесь к своим целям. Вы будете учиться отслеживать показатели в любви, в энтузиазме, в вдохновении, в сексе, там, в отношении с мужем, с ребенком и так далее. Так вот, вернусь к этой женщине. Она говорит, а мне вот ничего не получается, мужчины ко мне там со мной не знакомятся, они не хотят меня, то есть в ЗАГС меня не ведут, на свидание не приглашают. Вот. И на эту тему, когда мы поставили на РСЖ промежуточную цель, ближайшую, что должно с ней произойти, у нее вылезла 21 негативная мысль. 21, то есть вчера был рекорд, да, смотрите, это сейчас не критика, не осуждение человека, это просто факт, я говорю, мы здесь учимся только констатировать факты, это тоже очень важно, не только чувствовать, но и смотреть на цифры, на показатель. Первое, что я спросил, ну, она уже несколько месяцев в академии, я говорю, а сколько ты ключей прошла от обид? И она говорит, ой, я столько сделала ключей, так вот, а что такое сделанный ключ? Это не то, что вы его прошли на компьютере. Сделанный ключ, доведенный до конца, это внедренная привычка новая в вашу жизнь. То есть, иными словами, был какой-то сценарий прошлого, там, с папой, с мужем, с любовником, с каким-то мужчиной негативный. Важно понять в ключе, какую конкретную неэффективное действие вы делали, из-за чего с вами это произошло. И в итоге внедрить в свою жизнь вот этот пятый элемент этой пирамиды, это новую привычку. Тогда вы понимаете, что ваша жизнь поменяется. По-другому можно хоть 150 ключей сделать. Здесь главное не количество, а внедренная привычка. Все вот сейчас это рассказывают. Привычки. То есть оказалось, что здесь как бы у нас пока все-таки вопрос. Потому что не во всех сценариях А эта женщина поняла, какое неэффективное действие на самом деле она делала, и какую новую привычку нужно встроить. Понимаете? То есть, вот женственная. Я женственная. Простите, я хочу увидеть. То есть я мужчина, четко вижу, что вот эта женщина женственная, а вот эта нет. И я вижу это по конкретным действиям, которые она делает. Потому что мужчина, ну я в любом случае воспринимаю глазами, ушами, да в первую очередь. И если женщина не понимает, что такое быть женственной, или что такое быть мягкой, или что такое быть доверяющей, именно с точки зрения привычек, то ждать, что моя реальность изменится, и ко мне сейчас придет мужчина, и такой возьмет. Нет. Теперь, 21 негативная мысль о чем говорит?
о том, что там куча нелюбви к себе. Потому что все негативные мысли основаны на нашей нелюбви к себе. Я говорю, сколько ключей от обид ты сделала? Она говорит, ну вот там в начале там КМБ мы там делали один ключ, я его как бы сделала. То ключ от обид – это как душ принимать. Вот вы чувствуете, что вы загрязнились? То есть, аж как загрязнились? То есть, мысли негативные прут. Все, пошли в ключ. То есть, этот ключ универсальный. Он делается до тех пор, пока вы не почувствуете внутри свет, который просто разливается на людей. И когда, ну, вы увидите, как мир начнет вас отражать. Чтобы вы понимали, что какую бы цель вы ни поставили здесь, в своей жизни, она достижима. Мы даем вам все инструменты. И наша задача за эти 2,5 месяца научить вас, во-первых, ну, получить этот опыт и попользоваться этими инструментами, да, пережить первый опыт, чтобы потом не бросить, чтобы получить первые результаты. И самое главное, понять глубинный смысл каждого инструмента. Вот этот небольшой разбор с этой женщиной, да, он, конечно, привел к тому, что она осознала. Она говорит, ой, я поняла, все, все. И знаете, сегодня утром, я, ну, просто я зачитаю эту смс, я, ну, там много слов благодарности, я это опущу. Вот, здесь я проснулась утром с невероятной энергией и энтузиазмом действовать к своей личной цели, хоть и поспала мало, ну, потому что мы поздно с ней разговаривали ночью сегодня. Вот. У меня раньше было только по рабочим целям и проектам такой энтузиазм. Теперь в голове ясность и понимание, как действовать. А главное, вера, что со мной все хорошо, у меня получится, и мне просто нужно менять привычки, действовать, любить себя, учиться любить себя, общаться с мужчинами по-новому.